В Ярославле выступил пианист Марсель Тадакора. Восходящая франко-японская звезда, лауреат множества международных конкурсов. Концерт зарубежного гостя – продолжение его международных связей. На сцене филармонии в разное время блистали мировые знаменитости. Это концерт из ряда открытий, поскольку пианист у нас впервые. Марина Смарагдова познакомилась с заграничным музыкантом. Звучит музыка Жана Филиппа Рамо, 18 век. С Ярославля начался гастрольный тур музыканта по России. В Перми он исполнит эти же произведения, в Рязани – Прокофьева. В этой программе Марсель Тадакору соединил произведения композиторов России и Франции. Имена не требуют перевода. Alors, il y a les Rameau et Ravel, c'est français, et Stravinsky. Программу нужно выбирать точно. Я взял балетную музыку русских и французских композиторов. Очень важно в мире показывать связь между культурами. В интервью Марсель признался, что любит Францию и Японию, неравнодушен к России. Интерес к музыке возник в стране восходящего солнца. Отец японец, а мать француженка. В Париже он учился в Высшей национальной консерватории, сейчас аспирант Высшей парижской школы музыки. У Рены Шерешевской, известной российской пианистки и педагога, послушать молодого исполнителя собралось много ярославских меломанов. Я очень люблю нашу филармонию, и у них в этом сезоне много интересных исполнителей, у них приезжают любопытные исполнители. Я первый раз буду слушать этого пианиста, он первый раз в Ярославле. С Марселем я познакомилась сначала заочно, по его записи на конкурсы другие, западные конкурсы, которыми прислала его педагог Рена Митхатовна Шерешевская. Это его преподаватель. Она же его готовила и на конкурс Чайковского, последний, который прошел в Москве в июне этого года. Вот. А потом я его смотрела, опять же, по интернету, конкурс Чайковского. И первый и второй тур у него были великолепны. Мне очень было жаль, что он не прошел на третий тур, потому что он там должен был играть концерт Моцарта, который у него очень здорово получается. Сезон выдался насыщенным. Много открытий, ярких и новых имен, известных коллективов и дебютантов Ярославской филармонии. Международные связи Ярославской филармонии продолжаются. В городе на Волге ждут венгерское джазовое трио. Марина Смарагдова, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости.